больше всего любят наши дети? Правильно, конфеты. А как сделать, чтобы эти сладости были детишкам не во вред, а на пользу? Расскажет моя подруга Танечка Литвинова. Встречайте. Здравствуй, дорогая. Привет. Ты и сама как конфета. И конфеты, наверное, будут вкусные. Хочется, чтобы еще и полезные. Ты знаешь, это удивительные конфеты. Это полезнее не бывает. Эти конфеты будут из сухофруктов и орехов. Цукерки із сухофруктів – це традиційні східні солодощі. Саме на Сході вигадали не просто подавати сухофрукти на десерт, але й робити з них корисні і смачні цукерки. Цю ідею швидко підхопили вегетаріанські кафе і включили до свого меню ці ласощі. На сьогодні вартість цукерок із сухофруктів в Україні починається від 50 гривень за 150 грамів. Головна їхня перевага в тому, що ці цукерки містять ті самі вітаміни і корисні речовини, що й свіжі фрукти. Это такие супернатуральные, полезные конфеты, особенно в осенне-зимний, весенний период, когда мы очень нуждаемся в витаминах. Поэтому вот эти конфеты, они будут великолепным снеком, перекусом таким для ваших детей, ну и для вас тоже самое. А по вкусу это будет то, за что мы любим конфеты. Сладкие, ароматные. Вкусные, натуральные, потому что то, что мы покупаем в магазинах, это конфеты, вафли, печенье. Они имеют очень большой срок годности, да, эти конфеты. Безусловно, там есть добавки жиров, таких как вот пальмовое масло. Поэтому это очень вредно для нас. И если вы заботитесь о здоровье своей семьи, безусловно, вы возьмете на заметку вот это чудесное блюдо. В чем я не сомневаюсь. Тем более, что наш эксперт, инженер-технолог Андрей Бабаев, рассказывал нам в одном из сюжетов, какие пищевые добавки и красители содержатся в любимых сладостях наших детей. Как важно следить за тем, что мы покупаем для наших малышей, чтобы они были здоровы. Если вам интересен этот сюжет, зайдите на сайт телеканала СТБ, на страницу программы «Все будет добре» и посмотрите его. Будет действительно интересно и полезно. Ну а сейчас, конечно, вопрос, без которого невозможно обойтись. Кто любит конфеты, поднимите руки, пожалуйста. Дети все дружно подняли руку, что характерно, и взрослые тоже. Спасибо. Итак, это лакомство не только для детей, но и для взрослых. Я тоже очень люблю конфеты, Надя. С чего начнем? Здесь будет курага, финики и чернослив. Также можно использовать очень вкусно. Это инжир. Очень вкусно. Это сушеная вишня, клюква. То есть наши конфеты будут сладкими. Если вы добавите туда чуть-чуть кислую сушеную клюкву, либо вишню, вы сделаете их более кисленькими. То есть можно различные вкусы придавать этим конфетам. Ну что, с чего мы начнем? Мы измельчим наши сухофрукты один за другим. Курагу мы отправляем в мясорубку. Если это делать на мясорубке, это чистые, высушенные, да, сухофрукты. Нужно их, безусловно, очень хорошо бумажной салфеткой промокнуть, чтобы там не было влаги. Если вы измельчаете блендером, у них есть некая вязкость, и это сделать сложно, так как они очень сладкие. Поэтому лучше это делать на мясорубке. Единственное, что нужно взять ситечко более мелкое, чтобы дисперсия была более мелкой. Начинаем с кураги или все равно с чего начинаем? Все равно. Ты видишь, что делает наша машина, да? Она измельчает очень мелко их, и наша консистенция, она, так как мы их все перемешаем между собой, финики должны быть без косточки, да, очень важный нюанс. Очень хочу обратить ваше внимание на то, что если даже вы купили чернослив без косточки, проверьте каждую сливу, потому что где-то одна может попасться. Какая пропорция сухофруктов предпочтительна, как тебе кажется? Я взяла 200 граммов фиников, 200 граммов кураги и 100 граммов чернослива. Говорить о пользе каждого из этих сухофруктов можно бесконечно. Вот, например, чернослив. Для кишечника полезно. То есть, если мы хотим, чтобы у нас здесь все работало хорошо, пару черносливин в день, и действительно, будет только положительный эффект. В кураге очень много калия. Это для сердца просто незаменимый продукт, и взрослым и детям обязательно нужно употреблять. Посмотри, какой красивый хворост у нас получился. Ой. Сейчас мы все это перемешаем с тобой и будем формировать наши шарики-конфетки. То, что и говорила Танюша. Консистенция такая равномерная, все очень мелко. Вот никаких таких лишних зернышек нет. И прям уже хочется вот так вот делать. Знаешь, очень вкусно. Я однажды проэкспериментировала, сделала цукаты. Я добавила сюда апельсиновые и лимонные цукаты. Получилось тоже очень вкусно. Мы можем с тобой пока подсушить немножко фисташки, и мы будем делать из них такую вот крупнозернистую муку. Сделаем три вида конфет. Они будут все у нас разноцветные. Белые, в кунжуте такие вот золотистые, ой, и в фисташках зеленые. Боже, это просто когда рассказывает Танюша, уже хочется все это попробовать. Как приготовить правильно фисташки, чтобы их было удобно использовать?
Фисташки нужно просто подсушить и измельчить. Подсушиваем и просто на сухой сковороде, без добавления масла. Да, нам нужно, чтобы наши орехи выделили масло. Когда появляется такой уже интенсивный хороший аромат, значит, процесс уже состоялся. А тем временем ты все тщательно там перемешиваешь, да? Да, это сделать не просто, так как у нас такая вот тугая получилась консистенция. Из чего я делаю вывод, что мужчины могут участвовать в приготовлении конфет. Мужская сила здесь нужна. О! И я решила убедиться, насколько это действительно тяжело. Да, вы знаете, достаточно густая смесь получилась. Но это правильно, потому что нам же нужно как-то сформировать, чтобы оно не распадалось. Конечно, наша конфетка будет плотная. Мы будем хранить с тобой в холодильнике. Я поставила мисочку холодной воды себе. Когда будем формировать, нужно будет, чтобы руки наши были слегка влажными. Поняла. Ну что, следим за фисташками, да, чтобы они не перегрелись. Это то, что называют конфеты ручной работы. Насколько я знаю, в некоторых кафе, где готовят такие конфеты, они стоят очень-очень дорого. Именно да-да. Потому, что сделаны вручную. Да-да-да. Вся ручная работа, особенно за границей, это очень дорого. Но то, что вы сделали своими руками для своей семьи, поверьте, в этом есть что-то такое вот таинственное. А я тоже хочу. Давай. Дай мне часть вот этого вот. Давай. Ложку вот можно взять, и ложкой это делать удобно. Мы делаем их такими вот не очень большими. Продаются вот такие вот бумажные формочки для конфет, одноразовые. И в эти бумажные формочки мы будем их с тобой складывать. Мы формируем вот такие вот маленькие шарики, хорошенько их скатываем и укладываем с тобой в кунжут. Здесь мы их потом обваляем, сделаем по 8 конфет каждого цвета. Какие ароматные! Даже не поймешь, чем сразу пахнет. И чернослив, и курага, и финики отдают свой аромат. Больше, наверное, все-таки черносливом. Какой он сильный. Вот китайцы говорят, что сухофрукты – это фрукты, которые познали мудрость. Представляете? Ну, по сути, это так. Вот вода из них ушла, испарилась, а все самое главное и вкусное осталось. Да, ты знаешь, ну, недаром в Средней Азии к чаю всегда подают сухофрукты, изюм вот особенно, курагу. И также мы поступаем с кокосовой стружкой, да? Да. Ну что, наши фисташки уже отдали свой аромат, значит, мы можем их измельчать. Пока ты занимаешься конфетами, я займусь фисташками. Давай. Если не возражаешь. Мы отправляем их в блендер. И мы их будем измельчать до такого размера, как кунжутик или как кокосовая стружка, да? Кокосовая стружка, кунжут, да, даже можно мельчик. Нам самое главное, чтобы они были измельчены, из них можно было сформировать что-то. И цвет, зеленый цвет, конечно, у нас должна быть композиция сегодня. Ты знаешь, дорогая, мне кажется, в приготовлении конфет самое важное не съесть их еще до того, как они приготовились. Потому что искушение на каждом шагу. Слушай, а можно вот в такую круглую конфетку из сухофруктов положить еще какую-нибудь начинку внутрь? Ну, как конфета с начинкой. Ну, вот можно фисташку вовнутрь, либо миндаль. То есть можно взять целиком фисташку и положить ее внутрь нашей конфеты, да? Можно взять вот грецкий орех, положить вовнутрь, тоже будет очень вот вкусно. Вот так прям засовываешь? Да, засовываешь и формируешь обратно. Слушайте, мне очень нравится эта идея. Где-то 1/4 орешка целенького. Мне нравится эта традиция за границей. Они обязательно что-то дарят, то, что они приготовили своими руками. Какие-нибудь пирожные, конфеты. Вот такие конфеты, если взять на заметку, можно с шоколадом их сделать к праздникам, да, более такими праздничными. Там, на праздники мы обычно себе позволяем то, что нельзя. А это можно? А это очень можно. И если мы добавим туда чуть-чуть больше шоколада какого-нибудь, они будут более праздничными. И вот такой вот подарок, я думаю, что это чудесно. У меня еще мысль возникла. Ведь в такие конфеты, по сути, можно класть и вот эти записочки счастья, да? Конечно, устраивать да. такие игры на детский день рождения. Конфетки такие подавать, которые сами сделали. И сказать, а там внутри есть желание, которое сбудется. Когда мы приготовим конфеты, что нам нужно будет с ними сделать дальше? Дальше мы их выносим к столу. Начинаем кушать. Либо складываем их в коробочку, то, что вот не съели, то, что осталось, и храним в холодильнике. Хранятся они в холодильнике где-то 2-3 недели. Ты говоришь холодильники, но в то же время можно и просто в сухих условиях? Или лучше все-таки в холодильник? Во-первых, они будут более тверденькие, вкусненькие, холодненькие. И сохранятся, конечно, дольше.
Для приготовления конфет из сухофруктов нам понадобились финики, курага, чернослив, грецкие орехи, кокосовая стружка, фисташки без скорлупы, кунжут. Сухофрукты измельчить в мясорубке. Сформировать из них небольшие шарики. Внутри каждого шарика положить подсушенный на сковороде или в духовке орех. Готовый шарик обвалять в кунжуте, кокосовой стружке или фисташковой крошке. Конфеты готовы. Перед употреблением конфеты из сухофруктов лучше оставить на час в холодильнике. На нашей кухне сегодня праздник. Мы готовим конфеты не только вкусные, сладкие, но еще полезные. Особенно важно, что сейчас, когда начинается холодное время, у нас есть вот такие конфеты, которые подарят нам необходимые вещества, микроэлементы, чтобы быть здоровыми. Да, самое главное – получить информацию вовремя. И это как раз вовремя. Единственное, что меня беспокоит, это то, что конфет у нас, Танечка, как-то маловато. Гостей много, конфет мало. Ну, ты же знаешь, все как всегда. Принесла? Она у нас умничка. Хватит всем. Я даже не спрашиваю, кто хочет попробовать наших конфет. Потому что, да, мы идем к вам, чтобы угостить вас. Потому что вы наши самые-самые любимые. Мои дорогие, угощайтесь. Вкусные, сладкие, красивые, а самое главное, полезные. Вот какие конфеты мы сегодня сами приготовили. И знаете, они понравятся не только детям, но и взрослым. А значит... Все будет!